Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кудерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодняшняя тема, вы видите ее на экране, это зарплата и биометрия в 2022 году. И рассматривать мы ее будем на примере конфигурации 1С ERP, ну и будем обращаться немного к 1С ЗУП. Веду сегодняшний вебинар я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Наши контакты вы видите на экране. То есть наш адрес электронной почты, телефоны и адрес сайта. Если кому-то не удастся полностью посмотреть или оказалось время вебинара неудобно, вы можете через некоторое время посмотреть его в записи на нашем сайте. То есть мы на сайте выкладываем и записи вебинаров, и там много достаточно информационных материалов, статей и так далее. То есть приглашаем вас посетить наш сайт, посмотреть, может быть, для вас окажется полезная информация, которая там размещена. И мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы, которые касаются семейства 1С, и продажи конфигурации, и внедрения, и какие-то доработки. Ну, то есть любой спектр вопросов, который связан с программным обеспечением семейства 1С. Если вы будете задавать вопросы в письменном формате, это будет более предметный ответ. Мы сможем уделить больше времени именно индивидуально вашей конкретной ситуации и более подробно сможем ответить на ваши вопросы. Так что приглашаем вас к сотрудничеству и будем рады оказаться вам полезными. Итак, программа нашего вебинара сегодняшнего – это… Собственно, все, что касается электронного кадрового документа оборота, биометрии и что у нас есть в 1С касательно этих аспектов. Мы поговорим про то, что нас ожидает с Нового года по слиянию фондов, потому что будет отмена отчетности, которую мы сейчас сдаем, и будут, соответственно, внедрены новые формы по отчетности, которая касается уже нового фонда, объединенного пенсионного и соцстраха. Ну и, соответственно, затронем другие новшества, которые касаются нововведений, которые будут в следующем году действовать. Это единый налоговый платеж. Работа с электронными кадрами – это, в принципе, не слишком новая тема, многие уже ее применяют, но мы ее тоже немножко затронем. Ну и, соответственно, как будет строиться наша сегодняшняя встреча. Нормативные материалы я буду показывать на слайдах, и мы с вами будем переключаться на демонстрационные базы, так сказать, вживую посмотрим. Будем рассматривать на примере 1С ERP 2.5. Сейчас я переключусь на эту базу. Вот. И на что хочу обратить ваше внимание. Поскольку в этом году очень много изменений происходило, то, соответственно, они находили свои отражения и в новых релизах. Если вы вдруг еще не проверили, посмотреть можно вот по этой пиктограммке в верхней панели. Мы можем перейти на сведения о программе, то есть вот такая пиктограммка, и это всегда информационные материалы, ну, в каком-то разделе. Здесь мы можем посмотреть версию платформы и версию самой конфигурации. Обращаю ваше внимание на то, что если вы создаете какие-то отчетности, какую-то подаете, нужно обязательно обновить до последнего релиза, потому что функционал сохранен, ничего не потеряно, но есть достаточно много новых обновлений. Мы будем показывать на релизе уже не слишком новом, 64, сейчас уже 236 и так далее релизы выпущены. Поэтому обратите внимание на обновления. Если у вас конфигурация не изменена, обновить вы можете сами. Если что-то было добавлено или какие-то были изменения, то, конечно, лучше воспользоваться помощью специалистов и с их помощью обновить программу. Обновление нам доступно в разделе НСИ и администрирование. И здесь у нас есть подраздел администрирования, обслуживание. Соответственно,
Здесь у нас есть обновление программы меню, и этим можно воспользоваться для того, чтобы самостоятельно обновить до нужного релиза. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам и поговорим о том, что же такое биометрия, в каком размере, в каком аспекте это будет присутствовать в программах 1С, в ERP в частности, ну и, соответственно, будем двигаться дальше. Итак, что такое биометрия? У нас на самом деле понятие достаточно растяжимое и уже совершенно не новое. То есть биометрические персональные данные – это фактически, собственно, те данные, которые можно идентифицировать совершенно конкретного человека. То есть это и паспортные данные, и фотографии, и так далее. Но сейчас как бы начинает применяться и биометрия уже более, так сказать, подробная. То есть это отпечатки пальцев. Естественно, это регулируется на законодательном уровне, но обратите внимание, что здесь расположены ссылки на документы, которые уже совершенно не новые. То есть это документы 2006 года, 2018 года, которые регулируют применение, сбор и хранение биометрических показателей. В принципе, сейчас такая информация уже используется. Но на самом деле с 2018 года, как вы знаете, у нас утверждена национальная программа «Цифровая экономика РФ», в рамках которой создается единая биометрическая система. И с 2018 года это уже используется банковскими учреждениями. То есть это идентификация по голосу, по фотографиям, по видео. Но, соответственно, широко это применяется уже при выдаче биометрических загранпаспортов, программы распознавания биометрического, дактилоскопическая регистрация, пока она касалась иностранцев в основном, ну и граждан России тоже, конечно. И биометрическая информация используется в пропускных системах, то есть... Это может быть и телефон, и специализированные программы, которые используются при внедрении пропускных режимах в офисах, например, и так далее. Ну, естественно, в компьютерах уже всем давно известно, что это может быть идентификация по голосу, по отпечатку пальцев и так далее. Но теперь вот это переходит на более глубокий уровень. Это будет использоваться уже и в программах 1С, и достаточно много программ, которые позволяют вести кадровый учет и имеют обмен с 1С-ом, и которые, соответственно, тоже широко используются не только в бухгалтерском, например, программном обеспечении, но и в других областях. Хочу обратить ваше внимание на то, что есть и программы, которые используют операторы связи, то есть, например, СБИС, Астрал, Такском. Практически они все имеют блоки, которые позволяют вести кадровый учет с той или иной детализацией биометрических показателей. Но существуют и специализированные системы, например, компания BioLink. Это сканеры отпечатки пальцев, и это программное обеспечение уже имеет вшитые лицензии, то есть не надо постоянно следить за тем, что требуется, например, обновить конфигурацию. Для того, чтобы использовать это в сочетании с 1С, ну, естественно, необходимо приобрести оборудование, которое позволяет те же отпечатки пальцев считывать, хранить, распознавать и так далее. Вы видите на экране как бы то, что позволяет делать такое оборудование и, собственно говоря, хранить.
Но кроме того, что это техническое обеспечение соответствующее, применение биометрических показателей требует еще и документального, так сказать, сопровождения. То есть необходимо будет внести некоторые изменения в локальные нормативные акты, ну и, соответственно, настроить обмен, например, с личными кабинетами сотрудников или ну, с какими-то другими хранилищами, где хранится информация, и, соответственно, где ведется учет персональных данных. Обработка биометрических персональных данных, соответственно, должна в этом случае быть упомянута в согласии на обработку персональных данных, то есть в бланках, которые вы используете при приеме, например, на работу сотрудника. И, соответственно, должна быть очень предметно перечислена информация касательно каких биометрических, персональных данных сотрудник дает свое согласие. При этом сотрудник имеет право отказаться от подписания. То есть, например, если вы указываете в бланке согласие на обработку персональных данных, что будет храниться отпечатки его пальцев, его фотография или видеонаблюдение, данные будут фиксироваться, то в этом случае должно быть подробно перечислено все, что вы планируете собирать и хранить, и сотрудник может от чего-то адресно отказаться, например, от фотографии или от видео. Ну, то есть на это нужно обратить особое внимание. Регулируется эта норма федеральным законом 152 ФЗ, который у нас уже достаточно давнишний, то есть 6-го года. Ну и на самом деле много пояснений, комментариев дают наши юридические ресурсы. Ну, то есть, например, журнал «Кадровое дело» публикует образцы таких документов, то есть можно воспользоваться ими. С 1 сентября этого года, 2022 года, сотрудник может также запросить у вас информацию о том, как вы ведете обработку его персональных данных. Эта норма тоже закреплена в законе 152 ФЗ от 6 года. А обратите внимание, что если у вас поступают такие заявления, то вы должны направить сотруднику ответ на запрос в форме, которую он указал в заявлении. И здесь регламентирован срок, то есть в течение 10 рабочих дней с даты, когда вы получили такое требование от сотрудников. То есть заявление нужно для того, чтобы зафиксировать, ну, во-первых, его желание, во-вторых, дату, когда он изъявил такое желание, и, собственно, необходимо выдержать сроки, в которые вы должны дать ему ответ. Если по каким-то уважительным причинам, ну, например, там форс-мажор, отключение электричества или еще что-то, и вы не можете предоставить в указанный срок ему необходимую информацию, то в этом случае у вас есть еще добавочные 5 рабочих дней для того, чтобы вы могли направить сотруднику ответ. Ну и, естественно, сотрудник может запросить у вас, чтобы вы показали ему документы, которые содержат его персональные данные. Сроки при этом такие же, то есть 10 рабочих дней и дополнительные 5, если у вас есть какие-то мотивированные причины, для того, которые оправдывают, почему вы не уложились в указанные сроки. Ну, либо если по каким-то причинам, например, там какой-то режим повышенной секретности, вы ему тоже должны указать мотивированный отказ в том, что вы ему не предоставите эту информацию в указанные сроки. Соответственно, по новым правилам о защите персональных данных
Необходимо, чтобы предприятие предприняло целый ряд мер. Это в основном административные меры, которые обязано предприятие выполнить. И в этом случае требуется составить документы, в которых зафиксирован порядок защиты персональных данных. Обратите внимание, что это документы, которые должно разработать само предприятие, то есть это положение о персональных данных в связи с тем, что 1 сентября 2022 года необходимо было сделать корректировку в связи со всеми новыми изменениями. Для каждой цели обработки необходимо прописать категория и перечень данных, то есть что вы собираете и какие конкретно данные вы будете обрабатывать и хранить. Категории субъектов персональных данных, ну то есть чьи персональные данные вы должны собирать, хранить и обрабатывать. Способ обработки, то есть это программное обеспечение, это уровни доступа сотрудников, которые будут иметь возможность работать с такими данными. Ну и, соответственно, как и где это будет храниться. То есть в этом случае это информация, которую должны дать системные администраторы, чтобы соблюсти порядок хранения персональных данных и защиты их от несанкционированного распространения. Ну и обязательно нужно будет указать порядок уничтожения. То есть каким образом будут уничтожаться персональные данные, которые уже, ну, например, уволенных сотрудников или которые изъявили желание, чтобы их персональные данные были уничтожены. Раньше именно таких требований не было, то есть не предъявлял законодатель таких требований. Было достаточно утвердить документ в том виде, как его использует работодатель, и, соответственно, по новым правилам не может быть положений, которые ограничивают права работников, а также полномочия и обязанности, которых нет в законах. То есть если в законе не предусмотрена какая-то конкретная, какие-то конкретные действия, то их не может содержаться и в вашем положении о персональных данных, которые должны быть вот скорректированы с 1 сентября. Поэтому, в общем-то, если раньше кадровики имели право требовать предоставления паспорта, то есть сканировали его и так далее, если вы, например, поменяли паспорт, то сканировать новый документ, в этом случае таких обязанностей быть уже не может. Еще один важный момент. Это уничтожение персональных данных. Это тоже регулируется федеральным законом. Это закон уже этого года, 22-го, то есть 266 ФЗ. И, соответственно, в нем перечислены, в каких случаях должны быть уничтожены персональные данные. И, собственно говоря, все, что является основанием для такого уничтожения. То есть это требования работников о том, чтобы их персональные данные были уничтожены. И если отпала необходимость в хранении и обработке таких данных, ну и так далее. Поэтому кадровикам нужно обратить внимание на то, что в личных делах не должны храниться сканы копий паспортов или каких-то других личных персональных документов. Кроме того, что у нас возникли вот новые правила в связи с обработкой биометрических показателей, у нас возникает и новая форма отчетности. Напомню, что это связано с тем, что с Нового года происходит объединение пенсионного фонда и соцстраха.
И дальше этот общий фонд будет действовать с 2023 года. Ну и, соответственно, это напрямую связано с введением еще одного новшества. Это единый налоговый платеж. Отчетность, которую мы сдаем сейчас, то есть это 4 ФСС, это РСВ, это СЗВ стаж, СЗВ ТД. В этом случае они тоже будут упразднены, и мы будем сдавать единый отчет в объединенный фонд. Соответственно, вводится новый отчет, один, который заменяет сведения, которые мы вот указывали в этих отчетах раньше. Но здесь есть еще один подводный камень. То есть на самом деле отчет-то будет один, но должен будет подаваться в разные сроки. Сейчас мы про это поговорим немножко поподробнее. То есть мы будем сдавать в объединенный фонд отчет, который собрал информацию из разных отчетов. То есть мы должны будем в нем указывать НИЛС, фамилия, имя, отчество, периоды работы, которые включаются в стаж. Ну, то есть то, что мы сдавали в отчете СЗВ стаж, сведения о трудовой деятельности, то есть то, что сейчас мы отражаем СЗВ ТД, даты, соответственно, если человек работает по гражданско-правовому договору, будем должны включать даты, когда мы заключили договор, когда мы прекратили договор, ну, то есть реквизиты этого договора. Если у человека дополнительные взносы, например, на страховую, на накопительную пенсию, сейчас это ДСВ-3, то, соответственно, эти сведения тоже войдут в новый отчет. Ну и плюс иные сведения, которые необходимы будут для правового обеспечения при назначении страховой накопительной пенсии, ну, либо каких-либо других страховых обеспечений по соцстраху. А вот теперь мы переходим немножечко поподробнее, поговорим о периодичности и сроках сдачи. То есть часть отчета, которая касается СЗВ ТД о приеме на работу, то есть когда вы принимаете нового сотрудника, вы должны будете подавать сведения не позднее следующего рабочего дня после оформления трудового договора. По всем последующим кадровым мероприятиям срок будет до 20 числа следующего месяца. Соответственно, уже получается, что у нас добавляется новая дата, следующий рабочий день после приема на работу. По отчетности 4 ФСС она остается также ежеквартальной, то есть мы также будем сдавать ежеквартально должны. А СЗВ стаж будет годовым, то есть этот раздел будет сдаваться только при наличии работников с особыми условиями труда, если это какие-то условия труда, которые влияют на досрочную пенсию, ну, то есть по горячей ставке. Фактически получается, что это отчет-то один, а сдавать его придется несколько раз. На это нужно обратить особое внимание. Еще один федеральный закон 379 ФЗ дополнил налоговый кодекс, то есть появилась статья 45.2 «Единый налоговый платеж организации и индивидуального предпринимателя». Вступил он в силу с 1 января 2022 года. Сейчас в этом году единый налоговый платеж – это добровольное дело, то есть это необходимо тем, кто решил его применять, послать уведомление. И, собственно говоря, единый налоговый платеж достаточно интересный раздел, но он тоже имеет свои подводные камни. Плюс в том, что при применении единого налогового платежа вы имеете возможность направлять налоговую инспекцию сведения о том, что конкретно вы хотите
Например, если у вас есть переплата по каким-то налогам, вы можете учесть эту переплату в счет других налогов и взносов. Обратите внимание, что если раньше мы могли перезачитывать, например, в рамках федеральных налогов, но не могли использовать зачет в страховых взносах, то теперь это можно. То есть мы можем перезачесть переплату по каким-то налогам в счет страховых сборов. Единственное исключение, мы не можем применять зачет в отношении государственной пошлины и в отношении сумм, которые у нас по исполнительным документам должны быть удержаны или уплачены. Этот эксперимент по уплате единого налогового платежа будет длиться до конца этого года. И по итогам этого периода будет принято решение, переходить ли на уплату ЕНП в массовом обязательном порядке или делать ЕНП без альтернативным способом уплаты налогов для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы как бы хотите принять участие добровольно, как я уже сказала, вы должны подать заявление в налоговую инспекцию. Кроме того, что это, в принципе, удобный режим, он, соответственно, создает еще и некоторые дополнительные обязательства. То есть, кроме того, что вы должны направить сведения о том, что вы применяете такой режим, необходимо будет подавать сведения о начисленных налогах и удержанному НДФЛ с работников. Это необходимо, чтобы налоговики зачли перечисленную на единый налоговый счет сумму в адрес конкретного платежа. В этом случае такое уведомление подается до 25 числа, то есть за 3 дня до дня уплаты налогов. Это тоже изменения, которые внесены в налоговый кодекс, статью 58. Ну, во всяком случае, это сейчас, так сказать, будущая редакция. Кроме того, что мы должны подавать уведомления о начисленных налогах, ну, соответственно, на вашем едином налоговом счете должна быть сумма, из которой это должно быть распределено. Если, например, у вас оказалась недостаточная сумма на едином налоговом счете, то в этом случае налоговые органы пропорционально удержат ту сумму, на которую у вас хватило денежных средств. А в связи с этим еще возникает дополнительный вопрос. Как быть в случае, если в вашей отчетности обнаружились какие-то ошибки, и, соответственно, как в этом случае сдавать корректировочную отчетность? В этом случае действует прежний режим, то есть если вы обнаружили какую-то ошибку, то вам нужно доплатить недостающие суммы, то есть взносы и пени, если они есть, и после этого подать уточненную декларацию. Соответственно, в этом случае штрафа у вас не будет. Если вы подали уточненку, которая содержит до начисления, но не заплатили их предварительно, то в этом случае к вам будут применены штрафные санкции, так же, как и сейчас. Если поподробнее эту информацию, можно посмотреть в законе 237 ФЗ, который у нас действует с июля месяца этого года. И, собственно говоря, здесь содержится еще один подводный камень, потому что сейчас очень много информации на всех ресурсах размещено о том, что вводится новая система
налогообложения – это автоматизированная упрощенная система налогообложения АУСН. И вот в случае, если вы хотите применять АУСН, этот режим настроен, так сказать, заточен на малые предприятия. Малые предприятия – это не то, что вы посчитали, как бы, что у вас маленькое предприятие, а это в этом случае ваше предприятие должно быть зарегистрировано в реестре МСП. В этом случае вы имеете право применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, но у нее есть свои ограничения. То есть, во-первых, у нее гораздо меньше лимит, чем для обычной упрощенки. То есть это лимит 60 миллионов. И численность не более 5 человек. Но если вы применяете единый налоговый платеж, то в этом случае, даже если ваше предприятие по критериям имеет право использовать этот режим, то при применении единого налогового платежа применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения вы уже не сможете. Поэтому, кроме других ограничений, ну, вот как бы при работе с кадрами и при работе с биометрическими показателями ваших сотрудников нужно обязательно учитывать такие нюансы. Потому что если новый режим, например, выглядит очень привлекательно, в нем применены пониженные ставки по налогам, то есть по страховым платежам и по другим налогам. И, соответственно, если вы хотите все-таки применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, ну, во всяком случае, пока есть лучше не переходить на единый налоговый платеж. Будет он или нет с нового года обязательным, ну, как бы время покажет. Еще один момент. И организации, и индивидуальные предприниматели, если будут переходить на единый налоговый платеж, это не освобождает их от обязанности самостоятельно рассчитывать суммы налогов и взносов. Если только вы перейдете на автоматизированную упрощенку, то в этом случае этот режим освобождает вас от обязанности подавать отчетность, и, соответственно, налоги и вашу налоговую нагрузку будет рассчитывать самостоятельно налоговая инспекция по сведениям, которые ей будут передавать банки. То есть и сейчас банки подают в налоговые органы как бы сведения о ваших операциях, но сейчас налоговая инспекция не применяет эти сведения для автоматического расчета налогов. Ну, если, конечно, только не выявляет, что у вас какие-то нарушения в банковских операциях и так далее. По НДФЛ, то есть вот здесь обязательно обратите внимание вот на что. То есть при расчете НДФЛ уведомление о его исчислении необходимо предоставлять в налоговую инспекцию не позднее 5 числа месяца следующего за месяцем выплаты зарплаты. Ну и, соответственно, это могут быть не только зарплатные выплаты, но и другие доходы в пользу физических лиц. Форма такого уведомления на настоящий момент еще разрабатывается, то есть она еще не утверждена, но тем не менее по опыту к концу года все эти механизмы будут разработаны, утверждены, согласованы и так далее. Сейчас мы с вами перейдем к нашим демо-базам. И что я хотела бы сказать до того, как мы это сделаем. То есть в прошлом году у нас по 377-му ФЗ, то есть федеральному закону, в Трудовой кодекс также были внесены изменения. Изменения эти касаются электронного документа оборота в кадрах, ну, то есть это электронные трудовые книжки и так далее.
Очень многие предприятия ведут учет кадров и заработной платы в конфигурации 1С ЗУП, то есть зарплаты и управления персоналом. В основном это предприятия, которые в качестве учетной системы используют, например, конфигурация 1С бухгалтерия, комплексная автоматизация. Естественно, это конфигурация ERP. На слайдике вы видите первая часть, так сказать, этой таблички. Это скриншот с конфигурации 1С ЗУП, который касается кадрового учета. И вторая часть – это скриншот из ERP. Как вы видите, практически они абсолютно одинаковы, то есть функционал у них идентичен. И мы можем рассматривать и на примере ЗУПа, и на примере ERP. То есть у нас с вами и там, и одинаковый функционал, и одинаковый практически набор функций. Ну, может быть, чуть-чуть разная компоновка и чуть-чуть разные интерфейсы. Сейчас мы с вами переключимся в конфигурацию ERP. Это мы закроем, чтобы это нам не мешало. И, соответственно, посмотрим с вами в ERP раздел «Кадры». То есть, как вы видите, здесь идут скомпонованы все кадровые отчеты. Выделен в отдельный пункт все кадровые документы. То есть, это общий интерфейс по кадровым документам, то есть журнал всех кадровых документов, из которого можно что создать, что перейти в любые кадровые документы. Как вы видите, если мы выбираем создать, то здесь идет общий список всего, что можно в этом журнале создать, всех документов. То есть здесь можно увидеть уже созданные документы, ну и, соответственно, создать какие-то новые, не переходя в конкретный подраздел. То есть снова вернемся вот сюда. Соответственно, видите настройки, справочники, конкретные документы по приему на работу, про увольнение, про кадровые перестановки и так далее. Ну, то есть меню, которое можно увидеть через вот этот документ. И сервис, кабинет сотрудника. То есть в этом случае этот кабинет, можно посмотреть ссылку более подробно про этот сервис. При переходе вот по этой гиперссылке вы переходите в справочную информацию. Вот так. То есть это у нас получается кабинет сотрудника, который мы можем использовать для уведомления. Соответственно, если мы применяем какие-то биометрические данные, если мы хотим переслать какие-то документы, ну, то есть мы имеем возможность через личный кабинет сотрудника сообщать ему информацию, направлять на подпись документы какие-то. Он может здесь посмотреть всю информацию, которая касается его персональных данных, в том числе и биометрических. Вот мы можем развернуть этот пункт по ссылочке. Ну и, соответственно, получить также информацию о том, какие мы данные храним и кому мы их передаем. Потому что, соответственно, сейчас что больничные листы ведутся только в электронном формате, что трудовые книжки, если, конечно, работник не написал отказ от ведения в электронном виде. То есть, на самом деле, это система электронного документооборота. Сейчас мы снова с вами вернемся. Так, закроем личный кабинет и снова вернемся к нашим демо-базам. Это мы с вами посмотрели интерфейс ERP, а это вот вживую, так сказать, не на слайдике, потому что там все-таки мелко достаточно сложно видеть. А вот такой же раздел в зарплате и управлении персоналом. Как вы видите, практически те же самые и кадровые отчеты, и все кадровые документы, и сотрудники, и вот этот сервис, который мы только что посмотрели с вами,
кабинет сотрудника. Ну, то есть практически все те же самые документы и даже компоновка экрана, практически интерфейс, ну, если не один в один, то очень близко. Отличие, обратите внимание, сейчас у меня зарплата управления персоналом запущена от имени сотрудника, который ведет кадровый учет, то есть от имени кадровика со стандартными настройками по учету кадров. И если мы с вами заходим, например, под другим сотрудником, у которого другие права, то верхняя линейка пиктограмм будет гораздо шире, то есть здесь будет включена и работа с начислением заработной платы и так далее, ну, возможно, более привычная. Но, тем не менее, вот этот слайдик и вот этот вот режим я хотела показать для того, чтобы было понятно, что в ERP полностью встроен блок из зарплаты и управлением персоналом. То есть и внедрение электронного документа оборота, электронного кадрового учета, и другие все справочники, которые присутствуют в этой конфигурации, у нас имеются и в 1С ERP. Мы сейчас снова вернемся в 1С ERP, в демо-базу. И обращаю ваше внимание на подписи. То есть, когда мы начинаем с вами работать с какими-то кадровыми отчетами или кадровыми данными, мы должны выбрать ответственное лицо. То есть, человек, который будет отвечать за передачу, сохранение, сбор информации, выбирается он у нас с вами из справочника должностные физическое лицо. Ну, соответственно, у меня сейчас выбран человек, который закреплен в меню запуска как кадровый специалист. Ну, вы, соответственно, в своем случае выбираете того, кто будет вести эти данные. И почему я так подробно на этом останавливаюсь, чтобы вы обратили внимание на подписи. То есть и в 1С, и в ЗУПе можно вести учет электронных подписей, вести учет в разрезе должностных лиц, которые имеют право подписи, и, соответственно, отчетность, которую вы подаете в налоговые органы с нового года, должна содержать квалифицированную электронную подпись, которую теперь имеет право выпускать только налоговая инспекция с 1 января этого года. Но в настоящий момент электронные подписи могут также выпускать и уполномоченные сотрудники, и уполномоченные операторы связи, но не для всей отчетности. Вот на это обратите внимание. Потому что в прошлом году, с июля месяца, были введены новые требования, по которым налоговая инспекция может признать вашу отчетность не предоставленной. То есть это в том случае, если отчетность подписана, во-первых, неуполномоченным лицом. То есть если, например, отчетность, которая должна быть подписана либо директором и главбухом, подписывается, например, подписью сотрудника, который отвечает за какие-то другие разделы. Во-вторых, это в случае, если у ответственных сотрудников, например, директора, то есть сотрудников, которые внесены в ЕГРЮЛ, как имеющие право действовать от имени юридического лица, какие-то изменения произошли, ну, например, поменял он паспорт по возрасту, а изменения в ЕГРЮЛ вынесены не были. Вот в этом случае у вас налоговые органы вернут вам вашу отчетность с уведомлением о том, что она считается не предоставленной, но кроме этого у вас предприятие попадет во все черные списки и банков, и налоговых органов, и, соответственно, вам придется вносить изменения в ЕГРЮЛ, то есть предоставлять новые паспортные данные с пояснительной запиской, почему
они изменены. И, ну, например, директор, если эта женщина вышла замуж и поменяла фамилию. Ну, это кроме того, что паспорт мог быть изменен по возрасту. Поэтому перед тем, как сдавать отчетность, нужно обязательно проверить действительность этих подписей, действительность выпуска, ну, то есть тем ли органам, который сейчас имеет право выпускать квалифицированную электронную подпись, оформлено ваше ЦП. Ну и, собственно говоря, сведения, которые содержатся в ЕГРЮ, чтобы там не было противоречий с тем, что реально человек имеет на руках. Потому что сейчас сверка этих данных происходит в автоматическом режиме, и межведомственный обмен уже достаточно четко настроен. То есть, на самом деле, положения, которые были приняты в прошлом году, когда ваша электронная отчетность может быть представлена, сочтена, не предоставлены, их достаточно много, там порядка 11 пунктов. И здесь важно учитывать еще вот какой момент, что если вы работаете через операторов, которые сдают электронную отчетность, ну, то есть это может быть СБИС, Контур, Астрал, Тензор, ну, то есть достаточно много операторов. То есть наличие подписи, которая выдана этими организациями, не гарантирует вам, что вы не попадете вот под действие этих требований. Поэтому вот это нужно очень конкретно проверять. Снова вернемся к нашим слайдам. И здесь еще вот что нужно учесть. Что когда мы работаем с какими-то, неважно, с зарплатой, управлением персоналом или с 1С ERP, то есть с какими-либо конфигурациями, нужно побеспокоиться о дополнительных сервисах. Сейчас мы снова переключимся в демо-базу по ERP, переключимся вот в этот же режим, который у нас на слайдах отражен. Так. Сделаем вот таким образом. И что я хотела сейчас показать. Это то, что у нас, если мы сдаем какую-то отчетность, это расположено в режиме регламентированного учета. То есть у нас здесь есть отражение документов в регламентированном учете. Это бухгалтерский налоговый учет. Это функция, которая позволяет сформировать проводки либо по счетам, либо по регистрам. И у нас есть раздел 1С отчетность. Здесь, кроме общего журнала отчетности, то есть это пункт регламентированные отчеты, у нас здесь общий журнал всех подготовленных и переданных отчетов. То есть, как видите, и вот выскакивает у нас информационное уведомление о том, что применяется. Кроме того, что это просто обычный журнал с перечнем деклараций, которые у нас, например, в работе, это значит, что мы с ними работаем. Может быть статус состояния, что передано или принято. И сейчас есть еще дополнительная обработка 1С отчетность, когда отчетность может сдаваться напрямую из 1С, минуя оператора связи, то есть минуя выгрузку в промежуточный файл, который мы потом подтягиваем, например, в СБИСе. И уже СБИС, то есть оператор, отправляет их в налоговую инспекцию. Вот эта доработка, она упрощает, точнее ускоряет немного взаимодействие с налоговыми органами. Ну и, собственно говоря, делает более удобным передачу дополнительных, если налоговая запросила у вас какие-то дополнительные сведения, то можно напрямую из программы, ну, например, оборотно-сальдовую ведомость там по 70-му счету, то есть по начислению заработной платы. Вы ее можете прямо сформировать в программе и не заморачиваясь с какими-то дополнительными перекидками файлов, напрямую отправить отсюда. То есть
формировать сведения, которые налоговая запросила дополнительно, налоговая или какой-то другой фонд. Ну и на самом деле хотела я обратить ваше внимание не совсем на этот журнал, а на личные кабинеты. То есть поскольку сейчас личные кабинеты уже есть и у сотрудников, и, соответственно, можно сделать личные кабинеты и на сайте налоговой инспекции, пенсионного фонда и соцстраха, то здесь собрано в разделе «Личный кабинет» собрана возможность как раз-таки использовать вот эти настройки напрямую с программы. Ну вот, например, личный кабинет налогоплательщика, если это предприниматель, если мы переходим по гиперссылке, то мы попадаем сразу на сайт «Личный кабинет ИП», на сайте налоговой инспекции. Соответственно, войти в него можно, если мы введем пароли, закрепим их, что в 1С, что может через госуслуги, что можно по токену. Простите, пожалуйста. То есть, соответственно, РУ-токен СЦП – это вот как раз-таки подпись, которую принимают и налоговые органы, и все фонды. В чем прелесть использования личных кабинетов? В том, что это очень экономит время, ну и плюс облегчает взаимодействие с самими фондами. То есть, например, обратите внимание, у нас есть личный кабинет ФСС, и есть личный кабинет электронных листков нетрудоспособности. То есть, поскольку в этом году больничные листки у нас выполняются только в электронном формате, и, соответственно, медицинские учреждения напрямую их отправляют в ФСС, то через вот этот личный кабинет можно посмотреть статус, то есть, допустим, принял ФСС, не принял, запросил какую-то информацию и так далее. И, собственно, если мы начинаем вести электронный кадровый документооборот, то есть используем всяких наших биометрических показателей, то здесь очень удобно будет смотреть взаимодействие с другими органами. А с какими органами, я хочу обратить ваше внимание на статистику. То есть в этом году тоже изменение, статистика начала применять штрафные санкции. То есть если до этого мы могли там, ну, прошляпить какой-то отчет или еще что-то, и в этом случае у нас не было бы штрафных санкций, статистика звонила, говорила, что вы вот то-то и то-то не сдали, или направляла письмо электронное, и можно было быстренько поправиться, то с этого года такая ситуация уже невозможна, потому что штрафные санкции, которые были достаточно давно анонсированы, уже применяются, и штрафы достаточно большие. То есть это первый случай, случай, когда вы первый раз либо не сдали отчетность, либо нарушили сроки, это штрафные санкции от 70 до 100 тысяч рублей, то повторная несвоевременная сдача или не сдача – это уже порядка от 150 тысяч штрафных санкций. То есть, согласитесь, все-таки это достаточно серьезная сумма. Поэтому мне хотелось показать вам именно вот этот вот интерфейс и обратить на него ваше внимание. Так, сейчас я его закрою. Еще один момент – это возможность вот таких рассылок. То есть если вы, например, работника направляете в отпуск или предоставляется отпуск в связи с рождением ребенка, ну, то есть каких-то документов таких, то вот через эту клавишу вы можете задать список, кому вы хотите разослать приказы, и уже напрямую с сотрудником взаимодействовать для получения подписи, например, на приказе о предоставлении отпуска или подписи на каких-то других кадровых документах, на перемещении, на увольнении, ну, то есть на любых кадровых документах. Еще хочу вернуться снова в раздел «Кадры» и обратить ваше внимание на раздел воинского учета. То есть в связи с тем, что сейчас у нас вот, ну, в связи с объявлением мобилизации и, соответственно, в этом разделе у нас тоже достаточно много изменений. Мы, к сожалению, подробно на них уже не успеем остановиться, но в обязательном порядке сейчас требуется предоставление сведений
по воинскому учету. Ну и вот конкретно в октябре должны быть предоставлены три отчета по воинскому учету. Если вы вдруг раньше не вели воинский учет, то нужно обратить сейчас на это особое внимание и быстренько, ну, так сказать, исправиться. Значит, в обязательном порядке у меня выбрана демонстрационная организация, чтобы можно было просто показать. То есть, если у вас сотрудник, ну, например, вот выберем любого сотрудника, который у меня числится в этой организации. Ну, возьмем вот, чтобы было уже понятно, что это все-таки мужчина, а не женщина и так далее. Мы заполняем сведения. ВУР – это воинский учет. То есть мы здесь точно так же выбираем, можем выбирать данные и, соответственно, формировать какие-то документы. Хочу показать вам вот что. То есть сведения о воинском учете, если вы раньше это не вели и сейчас хотите восстановить, у нас находится в карточке сотрудника, не физического лица, а сотрудника. Здесь есть ссылка, вот воинский учет. Если мы переходим по этой ссылке, то вы должны заполнить вот эти данные. И, соответственно, во всех отчетах, которые будут использоваться в военкоматы, используется эта информация. Берется это из воинского билета, ну, соответственно, классификаторы, которые здесь используются, должны быть актуальны. Это, опять же, к вопросу об актуальном релизе, который мы с вами смотрели в начале нашей встречи. С какого числа вы заполняете эту информацию, с какого числа происходили какие-то изменения, если, например, человек был призван по нынешней мобилизации. В обязательном случае это должно быть указано. И обратите внимание, что эти сведения должны быть актуализированы, потому что за неподачу сведений в военкоматы сейчас тоже предусмотрена, ну, соответственно, ответственность организации. И ответственность достаточно жесткая, поэтому, ну, как бы нужно обратить внимание на это дело. Я закрываю пока миссионерский воинский учет. Нет, не надо нам сохранять сведения. Вот. И снова хочу вернуться к нашим слайдикам и вернуться в начало нашей встречи, то есть показать вам снова наши контактные данные, адрес нашего сайта и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными и ответить на какие-то вопросы, которые возникли либо по теме вебинара, либо, возможно, по каким-то другим вашим ситуациям. Так что компания Codderline с удовольствием окажет вам любую возможную помощь. Благодарю вас за внимание. На этом мы заканчиваем наш вебинар. Благодарю вас за время, которое вы нам уделили. Надеюсь, что мы с вами будем и в дальнейшем встречаться и сотрудничать. Всего доброго. На этом мы заканчиваем наш вебинар. До свидания.